Era про купюру я считаю, хотя это не купюра, но я больно из Израиля. Что? Каждый божий день пытаюсь поднимать бумагу. Надо было в школе не курить марихуану. Мне пишут наркоманки, это кот, приезжай последний фактор. Меня поменяла фарма. Это старые контакты. Только пути мой, для навидят на мегады. Приземленные ребята и закопанные драйку. Крепкий чел, кого собрала аптека. Бары их так много, это целые контенты. Но ты можешь чем-нибудь кажется, подъехал трекер. Мама, извини, но в моей сумке прикасеты. Мама, 1-9, это белые таблетки. Это не трава, но тоже вонючие деньги. Сумка на груди не застегнулась от котлетки. Я вызываю медиков, они так долго рады. Роль недоступен, отвечаю, не кратный. Выпиваю чаще, но считаю, что я трезвый. Кауда коннекты есть бенза. Вокруг много звери, будто на святые аккензы. Накоплен на трейдер, странно. Наверное, пищево всегда оставляют дырки. Пахнут мои сумки, наверное, не пахнут ваши. Что? Курю на адрес, реально репер как Ганнис. Наверное, подремать и разбуди, как будет Харрис. Разбуди, как будет Харрис. Поменял адрес. Лик, Москва! Время уничтожительно, кто придумал, что
видно. Вся эта наркота мне так отвратительна. К сожалению, никого оттуда не вытащить, там сладкая жизнь. Как его Танисима, мои кореша зависимы. Только не ебанись, который хочет убить тебя. Типа дороги блистера. Все это выстрел, выстрел, е. Город забудь, фамилия. Если б меня поймали, давно посадили бы. Просто прошу еще немного Бога о прибыли. Последний пакет, свинуть и выйти. Герой SoundCloud, черный формат. Аура мне не Богу, а смысл Богу лишь на звучание. Моя музыка сказала мне делать не париться. Нет смысла, сколько ты позаришь, если ты не каешься. Я не буду делать вид, типа ты мне понравился. Если лежишь жопу, знаешь, что это главное качество. Эту жизнь не заменишь, что-то как мама мачеха. Но если получилось так, то хотя бы общайся с ней по-нормальному. Мир ебанулся, если добро аномалия. Если я умру сегодня, значит где-то авария. Значит где-то авария. Значит где-то авария. Лечу сломя голову, нечем дышать на скорости. Столько ошибок на почве, что так просит молодость. Ты летишь так быстро, думаешь, не бей по тормозу. И ты сгораешь в атмосфере, не прибил жизнь к космосу. Каждый раз какое-то вот такое, не знаю, искренне люблю этот трек прочесть, он SoundCloud, там и вся хуйня. Не знаю, не задумал ли он вас или нет, но, блядь, для меня это пиздец какой-то свет. Мне менеджер говорит не читать его нахуй на каком-то клаб-шоу, еще что-то, но я не могу, блядь, люблю его пиздец. Давай дальше. Я
троих людей. Спасибо вам большое. Всех, с кем я еще не знаком, очень приятно познакомиться, вот, показать свою музыку, почитать вам рэпа. Продолжу это делать прямо сейчас. Хата на 9-м, пацаны. Все свои, 52. Не останавливаемся никогда.
любит коко. На серебром этаже не его как сороки. Может будет воспитанием все мои пороки. Джин не может взять мобилу, но находится в пороке. Мой браток лимоном поднимает миллионы. Мой браток террором подрывает павильоны. После арестован он тусуется на зоне. Про 09-9 там я был реально сонный. Говно, наверное, внутри он говно, ну, мне так кажется. Поэтому чувствую